Всем ахербаманам пламенный привет! У нас с вами сегодня распаковочка. Разница в посылках была 5 дней, но пришла она гораздо раньше, прямо на следующий день, когда я сняла предыдущую распаковочку. И очень рада, кстати, вспомнила о том, что в следующей посылке я вам обещала показать, как чай заваривается. И только когда уже сейчас заварила снова себе матчу, вспомнила, что я вам обещала показать, какой он в цвете, какой он по аромату, по запаху рассказать. Он просто необыкновенный, и самое главное, успеть бы вам показать его, пока он не кончился, потому что в нашем доме он живет буквально один день, да, или полтора, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 4 пакетиков уже нет. Вот, можете представить, какой уже волшебный чай. 4 пакетиков уже нет. Прям, если кто-то помнит, от Таза был чай «Дикий апельсин». Вообще, вот мой самый любимый был от Таза «Дикий апельсин». Белый чай я вот тогда полюбила именно от фирмы Таза. Вообще классная была продукция. Сейчас ни апельсинового, ни белого, по-моему, нет в наличии. Но суть даже не в этом, а в том, что чай вообще классный. Я сразу же попала к себе снова в заказ, сразу же потом попала в эту фирму, сразу же заказала еще с ягодами, Эрл Грей, и такой, конечно же, еще сразу уже следующую посылочку формирую, потому что прям вот чай для лета, без кофеина, прям вот сплошное наслаждение, и горячий он вкусный, и холодненький он такой приятный, прям вот супер, я прям завариваю, один пакетик вот в такой свой любимый заварничек, да, и здесь получается на 2 бокальчика. Вообще отлично. Еще я на пляж беру с тобой вот такую вот брызгалку. Вот это тоже мною уважаемая американская фирма Amway. Я тоже давно ее пользуюсь. Наливаю сюда воду, кладу ложку алоэ. Вот так. Все это перемешиваю. У меня получается такая увлажняющая вода. Это просто я хожу загорать на речку, а она речка такая у нас, ну, как в центре города, да, и я думаю, что она не очень чистая, я в ней не купаюсь. И когда становится так прям жарковато, я всегда люблю брызгаться вот этим вот спреем. Так что тоже возьмите на заметку. Отличная такая увлажняющая вода получается. Ой, прям сейчас выпью матчу и стану еще бодрее, а то как-то после солнца. И солнце, и готовка еды, и стирка, уборка. Сходить за одной посылочкой, за другой, сделать распаковку, выложить видео. Еще сегодня на Валберис тоже ходила, забирала заказы. Заказала себе книжку новую. Лиза чехол себе для телефона заказала и постельное белье с посетителями. Кстати, напишите мне, интересно было бы вам смотреть, какие заказы я делаю еще с Озон, с Валбериса. Я очень часто, может быть, какие я делаю покупки вообще в магазинах хожу делать. Может быть, такую мне какую-то рубрику еще открыть. Может быть, кому-то интересно, что я покупаю просто в магазине, какие продукты. Если что, пишите в комментариях. Будем снимать больше видео интересного. Спасибо, что попили со мной чай. Ну, а дальше, если вы поняли, все пошло не по сценарию. Я стала открывать посылку. И вот я вам сейчас ставлю кусочек этого видео. Стала открывать посылку. И первое, что мне попалось, это мне попалось черное африканское мыло. И получилось так, что я увидела, что оно выливается. Выливается по коробке. И, конечно же, я сразу нажала на стоп. Потому что мне было очень важно, сколько оно вылилось там. Зачем, почему оно вылилось, как оно выглядит. Потому что в этой посылке товары, которые принадлежат не только мне,
на приличную сумму, поэтому мне было очень важно. Ну и, естественно, пока я все это сделала, мне уже было не до съемки видео, поэтому всем снова привет. Продолжаем. Короче, масло, ой, мыло просто вот так вот открутилось из-за того, что пихалось туда-сюда. И, естественно, там выливалось сколько могло. Хотела поменять дозатор, просто потому что вот мое с эвкалиптом закончилось. И с эвкалиптом и с чайным деревом я беру на зиму, оно закончилось. А сейчас я заказала розовая моча, моча с розой здесь, да. Хотела поменять просто дозаторы. Но из-за того, что у них разный объем, естественно, дозатор не подходит. И хорошо у меня осталась эта бутылочка. Я просто перелила в старую бутылочку. Сюда добавила немножечко водички, потому что оно очень густое и так просто очень сложно выливается. Короче, допользую теперь вот так. И буду пользоваться вот своей старой бутылочкой. Средство, кстати, вообще обалденное. Такой запах какой-то. Такой, какой-то новый для меня, вот именно роза и моча. Это точно так же, как помните, чай вот этот вот тулси, да, который у нас был. Он был там тулси масала, просто тулси, там еще что-то. И вдруг тулси с розой, да, какой вот у него вот этот вот такой интересный, такой своеобразный вкус, что невозможно в него не влюбиться. Именно поэтому я и заказала именно мочу с розой, потому что иногда ты не понимаешь, какого вкуса предмет, потому что ты как-то вот не можешь это соединить. Теперь мне вот эта вот, короче, парочка, она теперь мне подвластна по обонянию. Вот. Короче, все с этим понятно стало у меня. Наконец-таки заказала себе вот такую вот новую щеточку. Моей щеточки, вот я вам притащила ее 3 годика. Видите, какая она у меня? Такая вот старая, уже мягкая такая, да, вся вот уже тесемочка. Видите, какая рабочая. Не то, что у некоторых там они фотографируют свои полочки, выкладывают в Инстаграм, она такая лежит красивенькая. Нет, она у меня работает. 2 раза в недельку она у меня работает. Моет меня так. Такая молодец, у меня умница. Я вот заказала щетку новую, потому что я просто подумала о том, что если щетки мои 3 года уже, да, то и она, ну, как бы, она нормального качества, даже можно сказать, личного. Но вдруг так случится, произойдет, что она в один прекрасный момент, я как бы не собираюсь ее менять, там меня все не устраивает. Вдруг так случится, что в один прекрасный момент она как-то у меня раз вот и сломается. И вот этой щетки, кстати, очень часто нет в наличии. Я могу расстроиться. Сейчас посмотрю, не прошли ли какие-то изменения в этой щетке. Прошли. Изменения уже я вижу. Да, во-первых, она такая жесткенькая, новая. Ух, такая прям. Такая вообще прям совсем другая. Моя такая уже ласковая, хорошая, добренькая. И здесь они теперь сделали резиночку. Ну, может быть, это даже и к лучшему. Вот, потому что здесь-то вот такая вот тесёмочка. И она, конечно же, так вот, ну, разбалтывается. А здесь сейчас вот такая вот резиночка. Ну, супер. И цвет немножечко здесь нежняшечка, а здесь вот такая. Ну, все, я рада. Я рада, потому что у меня вот это вот для мытья. Вот эта вот щеточка, вот эта щеточка у меня для сухого массажа, моя любимая, да, я ей стараюсь не мыться. Лиска-то у меня моется, вон, видите, тут вот так вот немножечко обшарпанное все. Лиска у меня моется, потому что это натуральная щетина, она очень мягкая. Ей вот такую вот искусственную щетину, вот для нее, например, да, это такой вот, ну, ей очень жестко, больновато, вот для ее юношеской кожи, а мне прям в самый раз. Да? Но вот ей подходит вот эта вот мягкая щетина. Это мне для сухого массажа очень удобная моя щетка. Это одной и той же фирмы Бас. Вот. И здесь тоже. Вот это у меня отдельно для лица, потому что вот это для лица, она жестковатая. Вот это прям вот в самый раз вообще таки. И массаж можно сделать сухой. И я только из пляжа пришла. Вот, умылась, полоснулась. Не обращайте на меня внимания, потому что мне уже по срочнику нужно отдать вещи, которые не мне принадлежат, да, и поэтому, если бы я сейчас не сняла это видео, да, то
уже бы не сняла ни за что. Короче, вот эта щеточка для лица фирмы Бас, это для сухого массажа. И теперь у меня есть новая щеточка от Экотулс, чему я несказанно рада. Вот такие вот взяла пластыри, лизоечку для носа. Такие хорошие отзывы, прям вообще так все прям хвалят, что и недорого, и так хорошо очищает нос, что я вот взяла. Вот такая вот упаковочка, недорого. Вот здесь я всегда вставляю скриншоты, сколько стоит. Вот, пусть пробует, пусть очищает. Если так это эффективно, то можно сэкономить на косметологе приличную сумму. Так что будем пробовать. Дальше у меня вот такая вот синяя маска с жемчугом. Да, синюю маску с жемчугом уже у меня Лизочек попробовала. Она классная, она прям такая прям синяя-синяя. Вы прям как этот будете, как он там, Аватар, да, называется этот герой, или как Небула из Мстителей. Ну, короче, на кого-то на нее похоже. Я вот еще не пробовала, она у меня уже прям не сдержалась, потому что я конкретно для нее покупала. Она синяя не из-за того, что она какая-то искусственная, а из-за того, что она с жемчугом. Здесь с гутуколой, она с жемчугом. Потом с центреллой азиатской. Короче, она очищает и успокаивает заодно кожицу. Маска не дешевая, но вот такая вот она очень интересная, густая. Прям вот Лизочку прям очень понравилась. Она осталась довольна. Здесь защитный вот такой клапан. И она, представляете, вот такая вот вообще. Ну супер. Жемчугом. Маска с жемчугом. Так, дальше у меня будет моя любовь. Я уже прям попробовала, прям несколько раз прям попробовала. Моя масочка с коллагеном. Она была упакована в коробочку, но сейчас я уже, конечно же, все это выкинула. Вообще, она супер, она прям вообще фантастика. У нее такой необычный запах, такой именно золотого коллагена, меда, цветов каких-то. Короче, вот такая вот баночка, она вот так раскручивается. Здесь вот эта вот крышечка, это у меня, наверное, Лизок неправильно открывала. Такая вот еще и защитная штучка. И вот такая вот у нее есть это. И вы вот так берете. Запах вот просто вот необыкновенный. Вот так берете вот это золотое золото и наносите на себя. И вот представляете, она вот так. Мне прям сейчас прям вот после пляжа прям в самый раз такую вот пяташечку, увлажняшечку. Короче, когда у вас будет вот эта маска, вам уже никакие патчи не нужны будете. Это у меня теперь любимый утренний ритуал. Вечером на ночь я мажусь молочком, который с ресвератолом, с Q10, с пребиотиками. А с утра прям просыпаюсь, наношу эту маску. Вот обязательно намажьте вот здесь, где ушки. И ушки неплохо было бы намазать, потому что они тоже у меня под солнышком были. Шейку обязательно вот здесь прям всю. Вот. Такая вот она суперская маска вообще. Я очень рада. Вот. Такая. Балдежненькая. Так, и здесь у меня остались еще рыбий жир. Вот такой я приобрела себе и Розе. Ей нужно было 30 капсул, ну я взяла себе 100, да. Вот так вот взяла вот такие вот, вот такую вот двоицу от Карлос. Думала, что здесь в одной таблетке 1200 миллиграмм. Думаю, как хорошо, здесь на 3 месяца, ей на месяц. А оказывается, здесь в двух таблетках 1200 миллиграмм. Поэтому обращайте внимание. Я просто заказывала как раз эту посылку, когда вот эта скидка была большая. Я так устала ее честно заказывать. Я пока одну кладу, пока оформляю за посылку, уже какого-то другого товара нет. Пока другое кладу, уже другого товара нет. Пока эту омегу кладу, вообще хотели другую омегу положить, да? Но пока посылку оформляла, уже она закончилась. Я прям устала эту посылку, я не знаю, наверное, раза 4 я оформляла, да? Поэтому уже, вот честно говоря, вот даже не разобралась. Просто думаю, будет у меня и у нее, и все случится. Но вот так вот, видимо,
проглядела, точнее, уже как-то вот в этой вот спешке вот так приобрела. Ну, ей это, конечно, нужно по две будет пить, да, но мне достаточно будет и одной, потому что я же не вот там куплю, сейчас один раз попью и забуду навсегда. Я мегу пью постоянно, поэтому я не пью максимальную дозу, да, мне вот достаточно и такой дозы. Я просто омегу, сейчас у меня был небольшой перерыв, последний раз я покупала омегу, которая с маслом вечерней примулы женскую, да, потом у меня был перерыв, у Лиски у меня сейчас вот такая омега. Детская вот такая клубничная, очень классная, мне она, кстати, очень нравится. Я еще люблю детскую омегу, мне потому что очень нравится, не показала. Очень нравится есть ее. Наверное, вообще суперская. Я не знаю, какой ребенок сможет от нее отказаться. Нордик, он вообще самую вкусную делает омегу, какая есть. Теперь у меня будет такая вот. Может, у меня сейчас у Лизы омега вот в этом вот комплексе для этих, для подростков. Поэтому ей не стала сейчас покупать, купила только себе. Вот. Дальше еще у нее вот такие вот витамины. Она у меня девушка 55+. Вот такие вот витаминки она себе выбрала полностью натуральные. Здесь отличный состав вообще. 60 таблеточек тоже по 2 в день. Нужно будет просто пропить. Ей нужны были таблеточки именно так, чтобы с витамином именно была такая упор на витамин В. Она еще весной хотела заказать. Ну, весной обязательно нужно пропивать витамины В, потому что, если что, кукушка, она быстро улетает незаметно. Поэтому вот эти вот все, кто-то пьет ашваганду, кто-то пьет грибы какие-то, кто-то витамины В прокалывает, кто-то пьет вот такими комплексами. Витамины В нужно постоянно, осенью, зимой постоянно принимать, потому что кукушка, она незаметно улетает. Вот, короче, вот такие вот. И хотела еще весной она их пропить, уж лето наступило. То одно, то внук день рождения, то зубы нужно лечить, то еще что-нибудь, то там что-то для дачи нужно на покупать гроз. Уже это весна пройдет, а ты обратно осталась без витамина В. Ну вот, купила, пусть пьет, пусть будет здорово, потому что вот это мегафуд, они отличные делают натуральные витамины. И я говорю, сама себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Вот все нужно вот про себя не забывать думать обязательно. Еще она купила с таким уклончиком с витаминами В рисовые отруби тоже. Я ее научила в свое время есть простоквашу с льняным семенем, с перемолотым. Мы с ней покупаем, когда с ягодками. Я вам вот сюда тоже ставлю скриншот, когда с ягодками. Когда с ягодками нет, просто покупаем льняные семя молотые. Я этого льняного семени переела все вокруг, какое только было. И лучше, чем на хёрб перемолотого семени, никто, никакой производитель не думает, не делает. И как бы там кто-то не говорил, что оно там окисляется, становится неприятного запаха. На хёрб отличный запах, отличный вкус. И вообще самое лучшее льняное семя, если вы мечтаете его поесть, вот начните есть с ягодами, с простоквашей, мечниковым мы перемешиваем. Вот такой, она так начинает завтракать. Либо я научила ее творог есть с яблоком, либо сыр с яблоком, да, либо вот так вот простоквашу. И вот эти вот рисовые отруби, да, они тоже отлично должны все это соединяться, будет и полезненько. Здесь клетчатка, витамины В, магний, вообще отличная вещь, рисовые отруби. Их вообще я нигде не встречала, вот только на Айфон. Такой вместительный пакетик, 567 грамм, прям до моей пенсии, и точно хватит. Ну и последняя вот такая вот штука здесь у меня, это такая вот штука, это самбукол она тоже всегда покупает, давно тоже его полюбила вместе со мной и всегда держит его в запасе, потому что заболеть не только можно осенью, зимой, весной, летом, между прочим, можно вообще легко заболеть. Я вот воду холодную, 2 дня жара такая была, воду холодную заходила, просто вот стояла, да, окуналась просто, и то вот чувствую, что горло уже сегодня, чувствую, что горло уже побаливает. Где-то ты вспотела, где-то тебя тут же ветерком так обдало. Это легко и просто точно так же заболеть, как и зимой. Как бы, мне кажется, в любое время года можно легко и просто заболеть. Вот такие вот шипучие
витаминки с витамином С, с цинком и, самое главное, с черной бузиной. Будут полезны все, и даже детям. Поэтому обратите на них внимание. Супер штука. С 4 лет можно. Но я не вижу, например, препятствий попить раньше. Просто половинку разламываете, таблеточки кидаете, воду и даете. Вот, так что вот такие вот дела. Все, моя посылочка закончилась, да? Всех вас рада было видеть на себя на канале. Слушайте, я хотела вам сказать, какие у меня вы вообще классные, а? Вот насколько все-таки такой процесс этот вообще изумительный. Вот я вам посылаю 100 лучиков добра, да, и счастья, а вы мне в ответ 500. И вы не представляете, какое-то необыкновенное ощущение. Я вам обратно 100, а вы мне обратно 500. Вот всех своих добрых слов, всех своих добрых пожеланий. Несметно я вот прям вот рада, всех вас люблю, да, и даже тех своих милых людишек, которые мне вот так вот, вот все, не это, каждый раз 4 человека, которые каждый раз посмотрят и вот так поставят, они прям не могут, чтобы вот так не поставить. Вот я такой человек, да, я вот, например, смотрю какое-то видео нового, ну, нового, например, для меня, там, распаковки, да, я сразу как-то считываю, вот, ну, готова я слушать, смотреть это или нет. Стала замечать, что вот просто руками, например, вот видео меня не цепляют, потому что мне хочется смотреть как-то, да, и я просто слушаю и что-то делаю, не смотрю, просто вот слушаю, да. И понимаю так, что не всегда, например, мне даже вот это вот как-то интересно делать, я переключаюсь. Но никогда в жизни я вот не поставлю вот так, я просто выйду, потому что знаю, как это нужно решиться, да, вот обсирать вокруг все подряд могут все, да, и это делают обычно люди, которые ничего не делают, ничего никогда ни разу в жизни не делали, они вот только могут обсирать, да. Тот человек, который вот хоть что-то сделал своей головой, своими руками, да. Я вот раньше тоже, например, когда еще не снимала видео, тоже вот слушала там, да, всяких разных блогеров, которые распаковки делали, и думала, ну что же она так вот говорит, да, и я просто выходила и не подписывалась на этого человека, просто вот выходила и не подписывалась, а те люди, которые мне нравились, я просто либо им что-то писала, либо ставила лайк, либо подписывалась на них, да, но никогда я вот так вот не делаю, никогда, но мои вот эти вот они любименькие, 4 прям вот они непременно вот зайдут, прям еще даже видео не просмотрели, причем я его только выложила, да, там видео 46 минут, прошло 5 минут, мне уже вот так вот они прям, все уже, они прям готовы, они как будто бы ждут прям меня. Так что всем вам посылаю свои 100 тысяч лучиков добра и счастья, да, здоровья и понимания. Вот она моя, вот смотрите, какая она, да, коллагеновая масочка чудная. Там что-то минут 10-20, но я за этим не слежу. Все. Пойду дальше делать дела. До новых встреч. Пока, увидимся.